Привет, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на своем канале. Ну что, президент Зеленский объявил борьбу теневой экономики. То есть, насколько я понял, идеей драть три шкуры с гусей предпринимателей проникся уже президент Украины. И це не питання тієї чи іншої економічної доктрини. Не питання тієї чи іншої політичної позиції. Ми просто не можемо собі дозволити, щоб в країні залишалась тіньова частина економічного життя. Получається, що Гетьманцев уже конкретно запустив свої щупальця в мозг Зеленському. Ні слова о сокращенні армії чиновників, ні слова о сокращенні госапарата, ні слова о бронированих ленд-крузерах на мільйон доларів для чиновників Нефтегаза. І це во время війни. Зато гуси предприниматели должны платить налоги. Ах, как же я забыл. Конечно, мы с вами обязательно должны платить налоги. Потому что члену наблюдательного совета Укрзалезницы Сергею Лещенко надо платить зарплату. А зачем вы платите зарплату 300 тысяч гривен в месяц бывшему журналисту Лещенко? Вы ему, наверное, платите много, чтобы он не брал взятки. Я бы такие деньги проходимцу Лещенко не платил. А лучше отдал эти деньги на зарплату простым работникам железной дороги. Тем же проводникам, машинистам, обходчикам. Потому что из каждых 100 гривен, выплаченных этим людям, около 50 гривен вернутся в бюджет. Потому что проводник или машинист не будет выводить эти деньги в офшоры или покупать недвижимость за границей. Нет, он просто пойдет в обычный магазин или супермаркет и купит себе и своей семье продукты питания. В общем, друзья, я в обращении президента ничего не услышал об изменении системы налогообложения. Как я уже говорил ранее, тут инициативу взял на себя министр финансов Марченко, который обратился к народным депутатам с просьбой не уменьшать налоги для бизнеса. В общем, насколько я понял, задача стоит убрать с рынка тех представителей малого и среднего бизнеса, которые не смогут работать по-белому. И нужно понимать, что они действительно не смогут работать по-белому. Потому что при такой системе налогообложения, при общем налоге на зарплату в 44%, выжить предпринимателю просто нереально. Гетьманцев просто не рассказал президенту Зеленскому, что если любой предприниматель сядет и просчитает свой бизнес при нынешней системе налогообложения, если он будет платить полностью все налоги, то его бизнес просто уйдет в минус. Вот вы знаете, что меня повсегда поражало? Нашим чинушам почему-то вбили в голову, что малый и средний бизнес априори не хочет платить налоги. Вот не хотят и все. И никто из этих гетьманцевых не говорит о том, что бизнесу нужно установить такую систему налогообложения, чтобы ему было выгодно и работать, и развивать свой бизнес, и платить налоги государству. Ведь есть же пример тех же Соединенных Штатов. Что, тяжело взять пример с развитой страны? А зачем? Гетьманцев сказал общипывать гусей предпринимателей. Значит, надо общипывать. Вот мы заставим малый бизнес установить кассовые аппараты. И все. Сразу налоги потекут рекой в казну державы. Мне, честно говоря, сейчас очень хочется материться. Вы малый бизнес хотите заставить установить кассовые аппараты? А прокуроров, судей, налоговиков, таможенников – вы не хотите заставить установить кассовые аппараты? Или вы думаете, что мы лохи и не понимаем, что даже сейчас, в военное время, их работа – это и есть теневой бизнес и коррупция, с которыми тоже нужно бороться? Ах да, я совсем забыл. Тут пару дней тому назад министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что у нас нет никакой тотальной коррупции. Коррупции нет, а в Е-декларациях чиновников постоянно почему-то находят кучу нарушений. То незадекларированные доходы, то незадекларированная недвижимость. То есть у чиновников, которые ни одного дня не работали в бизнесе, находят громадное количество незадекларированного имущества. Это оказывается нормально. Да ладно, то такое. Этих общипывать нельзя, ведь там может быть круговая порука. Иное дело малый и средний бизнес. Тут работы непочатый край. Тут есть кого общипывать. Да, чуть не забыл. Об одном чиновнике, который работает без кассового аппарата, я хочу все-таки рассказать. Это советник главы Нефтегаза Олег Диденко. В общем, абсолютно ничем не приметный чиновник в военное время покупает автомобиль Bentley
Всего за каких-то 500 тысяч долларов. Да, вы не ослышались. Именно за 500 тысяч долларов. Ладно, это чиновник сегодняшнего дня. А почему никто не вспоминает известных чиновников вчерашнего дня? Конечно, а зачем о них вспоминать? Ведь тотальной коррупции у нас нет. Но я все-таки сегодня хочу вспомнить о Юрии Луценко. После Майдана он занял пост генерального прокурора Украины. На протяжении всего времени, пока он занимал этот пост, его обвиняли в коррупционных деяниях. Однако, являясь кумом тогдашнего президента Порошенко, он имел иммунитет от закона. Имеет недвижимость в Италии. Он и его жена, по непроверенной информации, имеют двойное гражданство. То есть в любой момент могут выехать из Украины и жить на итальянских виллах, заработанных на доверчивых активистах и идеях Майдана. Хочу напомнить, что в свое время дом в Киеве за 1,8 миллиона долларов Луценко выставил на продажу сразу после проигрыша Порошенко на президентских выборах. После Майдана Луценко увеличил свое состояние в десятки раз. По многочисленной информации из СМИ, Юрий Луценко, будучи генпрокурором, продавал уголовные дела. И за 5 лет он продал их примерно на 350 миллионов долларов. Нехилый бизнес у чиновника. Замечу, и все это время он работал без кассового аппарата. Ну что, продолжим. Сергей Пашинский. После Майдана сделал своего 25-летнего сына миллионером. Этот сынуля после Майдана возглавил один из департаментов спецтехноэкспорта, который занимался продажей украинской военной техники Северному Судану. Так может, это и есть причиной, почему нашим вооруженным силам сейчас не хватает вооружения? А мы ведь знаем, что вооружение тогда после Майдана продали на десятки миллионов долларов. Сам Сергей Пашинский после Майдана тоже подозревался в коррупционных деяниях, связанных с армией и войной, на сотни миллионов гривен. Также Пашинский является одним из подозреваемых в организации расстрела Майдана. Он является гражданином нескольких стран. До Майдана он активно сотрудничал с Медведчуком, за что в 2000-х годах попал в тюрьму на свою первую ходку. Ну а после этого он активно обогащался уже в команде Юлии Тимошенко. Ну и давайте еще вспомним бывшего премьер-министра Арсения Яценюка. Дочка и жена являются гражданами США. Семья и сам Арсений в последнее время не проживают в Украине. Одна дочка живет в США, вторая в Лондоне. Сам Куля в лоб в последнее время изредка наведывается в Украину. Сестра Яценюка и его близкие родственники также проживают в США. После Майдана сколотил невероятное состояние. Можно вспомнить аферу с так называемой «стеной Яценюка» на границе с Россией, на которую были выделены из бюджета, а затем успешно разворованы миллиарды гривен. И этот список чиновников можно продолжать и продолжать. Если бы президент Зеленский, придя к власти, инициировал расследование против этих деятелей, если бы не понесли заслуженное наказание, вот тогда бы мы поверили, что у нас руководство страны борется с коррупцией. А вот так тупо, как этот Кулеба, заявлять, что у нас нет тотальной коррупции, это просто стыд и позор. Ладно, друзья, я на этом буду заканчивать. А вот в следующем видео я обязательно отвечу на вопрос, которым некоторые мои зрители меня просто задолбали. А вопрос этот звучит так. Пойду ли я в случае необходимости воевать? Ну а на этом у меня на сегодня все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылочка будет внизу в описании под этим видео. Пока, друзья!